Ведьма превращает меня в лягушку. А теперь страдай. Я отдыхаю на кувшинке. Ведьма. Стоп. Я впервые в жизни счастлив. Ведьма. Так, стоп. Мне нужна нейросеть, которая будет вместо меня переписываться с людьми, которые мне нравятся, и чтоб я при этом не выглядел как дебил. Сам я не справляюсь. Я просто не знаю, как жить эту жизнь. Поговорки и выражения глазами нейросети. Селедка под шубой. Жеванный крот. Душа компании. Волка ноги кормят. Гусь свинье не товарищ. Тоска зеленая. Акула бизнеса. Моя хата с краю. Волшебный пендель. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали! Кровать моего сына сделана в виде паровозика Томаса, и это причина, по которой я больше никогда не смогу спать. Кто пишет после этого мема, я тоже не сплю. Да, выглядит криповенько. Гиппопотам малыш. Кто пишет гиппомалыш, в точку. Пс, парень, слышал, тебе нравится Лос-Анджелес, город ангелов? Значит, тебе точно понравится город архангелов, Архангельск. Ну а затем добро пожаловать в Богородск. Некоторые таксисты водят так, будто у них в машине ни разу не блевали, а им очень этого хочется. Нет, ну ты видел, пролетел как джигит. Сколько стоит провести праздник? Какой? Не твое дело, назови цифру. Тот самый безработный друг, собираясь на прогулку в 8 утра в понедельник. Нахожусь в самом рассвете, сил моих больше нет. Еще и с каждым днем болит что-то новое. Чтобы собака приносила хоть какую-то пользу. Швабра лапы. Подметательная система для животных. Кто пишет, теперь ждем для кошек. Adobe. Photoshop снова можно купить на территории России. Россияне. В смысле купить? У меня есть только два режима. Вы прошли 79 133 шага, это 50 километров. Вы прошли 0 шагов, это 0 километров. Отель в Аспене предлагает услугу собаки, которая будет спать с вами в обнимку. В конце Рататуя ресторанный критик Антон Эго спонсирует небольшое бистро, чтобы Реми там готовил. Средняя продолжительность жизни крысы, то есть шеф-повара, примерно 1,8 лет. Это довольно дерьмовое инвестирование. Кто пишет, мультяшные мыши живут дольше людей, это доказали Микки Маус и Джерри, да-да-да. У меня уже нет сил терпеть твои измены. Не говори так, ты у меня сильная. Жена боится пауков и каждый раз просит меня выкинуть очередного непрошенного гостя на улицу. Но я понимаю, что снаружи они замерзнут, поэтому просто перемещаю пауков по дому, пока супруга их снова не увидит. Я думаю, что на этой неделе выбросил одного и того же паука на улицу примерно 4 раза. Спасибо, мужик, на тебе 5 завернутых в паутину мошек. Я в детстве, пытаясь силой мысли сдвинуть предмет после того, как посмотрел фильм про телекинез. Настроение нагреть градусник в чай, наврать родителям, что болит горло, и 8 часов играть в Sims 2. Не, в Need for Speed Underground. И GTA San Andreas. И Warcraft 3. И Counter-Strike 1.6. Интроверты, когда кто-то обсуждает тему, которая им интересна. Из недостатков у меня только недостаток денег. В точку. Я жалуюсь, что по утрам у меня болит спина, поза, в которой я сплю. С днем сурка! В этом году исполняется 30 лет этому замечательному фильму. Это не просто фильм, это гимн всех, кто работает 5 на 2. Наращивание волос детства. Не все поймут. Мне кажется, наша настольная игра немного затянется. Коллеги, когда я приношу на работу тортик. Когда фигурка оказалась очень полезной. О, Кратос! Хочу себе фигурку Кратоса. Я просто смотрю в окно с одной лишь мыслью. Главное дожить до весны. Подарок для всех 30-летних. Ходунки для облегчения пержения. Но это имеется в виду передвижение. Здесь сократили просто, да. Мужики могут так зависать часами и даже не спросить друг у друга имен. Мальчик. Блин, даже не знаю, что и написать, и как завести разговор. Мужчина ответил на вашу историю. Это самолет? Привет.
Я выхожу из дома, какашка. Я хочу воспользоваться правом неожиданности. Вы тоже в детстве любили эту игру? Лайк, если... А, крокодил в ванной! Не все поймут, немногие вспомнят. Доктор, доставая молоточек, теперь проверим ваши рефлексы. Я уворачиваюсь от удара по колену. Доктор, да, наконец-то хоть один. Всю жизнь тебя ждал. Месяц отношений. Стесняйтесь сходить в туалет, когда оба дома. Год отношений. Я на толчке, она в душе. Хорошо, что у нас туалет и ванная раздельные. Главное правило заинтересовать. Артефакт. Каска строительная. Основное свойство блокирует урон в 5000 при встрече с персонажем ТБшник. Ну, видимо, чел, который техникой безопасности занимается. Вторичное свойство. Легкая защита головы. А что если бы люди могли использовать 100% своего мозга? О, шикарно. Обожаю. Блин, шашлычка захотелось. Собаки, когда провинились. Коты, когда провинились. Когда-то давно, в классе в 10-м, мне было тяжело учиться, и тогда я подумал, вот было бы здорово переместиться со всеми своими знаниями куда-нибудь в 7-й класс, чтобы быть там самым умным. Сбылось, теперь я учитель, самый умный во всех классах. Хе, мечты сбываются. Точнее, формулируй свои мечты. Да и вообще, какой 10-классник хочет опять в 7-й класс перейти? Ты хочешь уже побыстрее нафиг школу закончить и улететь оттуда и не вспоминать? Дракон края, спидранер с железным мечом. Однажды ковры не захотели летать, и теперь люди иногда бьют их палками в надежде, что магия вернется. Микробы и человечество подписывают договор о правиле 5 секунд. Шопинг за 30, пока доехала до торгового центра, уже устала, пожрала на фудкорте и поехала домой. Му-му, беззаботный 5 класс. Самая большая ложь в моей жизни – это фраза математички в школе «У тебя не будет всегда с собой калькулятора в кармане». Выкуси, старая корга. Кто пишет «Самая большая ложь в моей жизни была от моей мамы». Скажи мне правду, я тебе ничего не сделаю. Мой любимый жанр фотографии – корги, тонущие в снегу. Когда удаляете в стоматологии зубы, то обязательно забирайте их с собой, а то стоматологи кладут ваши зубы себе под подушку, и зубная фея приносит деньги им. Поэтому стоматологи такие богатые. Может, вы мне наконец пломбу поставите? Пломбу? Не, на пломбу тут не хватает. Падение продуктивности на удаленке – миф. Я сегодня и убрался, и поесть приготовил, и почитал, и в игры поиграл, и кино посмотрел, и погулял. И все это за один рабочий день. Что ж, начинаем работу, пока есть настроение. Надо уложиться в 10 минут. Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом восстанавливаешь самооценку 5 лет. Нет самооценки, нет проблем, милый, хе-хе. Вашему вниманию противоударная противоподзатылочная шапка, о которой ходят одни легенды и аналогов которой нет. В ней не страшен был ни мороз, ни батин лещ, ни удар ледышкой, и вообще, судя по форме и защитным свойствам, продолжение этой шапки – войсковой шлем сфера. А завязки разблокируют вкусовые воспоминания. Ставь лайк, если тоже в детстве сживал завязки от шапки. Ну или от капюшона. Самое сложное в походе в парикмахерскую – это посмотреть на свое лицо 40 минут и не впасть в депрессию. Капец, ну и рожа. Продам веслоухих котят. Я раньше тоже думал, что веслоухие – это, ну, через «е» пишется, и значит «весло», что ли, не знаю. Потом только я подрос и такой: «А, веслоухих, вон оно что». Моя мама, которая забрала меня из школы. Я рассказываю, как прошел мой день. Директор суеты, старший менеджер-суетолог. Представитель государственной комиссии по контролю уровня суеты. Джуниор-разработчик суеты. Не выспавшийся я. И как ей сказать, что мы такое не едим и цветы эти носить не хотим? Потерпи, Мурка, она сфоткает и отстанет. Не расстраивай Наташу. Плюсы выходных. Можно делать все, что хочешь. Минусы выходных. Ничего не хочешь. Когда он отказался заказать роллы и пиццу. Мне не обидно, но я запомню.
И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео, и лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.